UT89XT. Приветствую всех на нашем канале. У нас сегодня обзор, распаковка от известного китайского бренда, производителя мультиметров и других измерительных приборов. В подарок китаец мне положил шипы категории 3000 вольт и вастампер, острые как игла и силиконовыми проводами. Спасибо ему за это. Видим, красочная упаковка, так слегка помята, потому что Россия все-таки возит. На китайском языке брошюрки, дата производства, имеется инструкция на китайском и английском языке. Хотелось бы еще русский, крокодилы в комплекте 2 штуки и родные шипы на 600 вольт категории 3 и до 20 ампер. Провода тут тоже силиконовые, мягкие, эластичные. Давайте разберем внешний вид. Так, опорная подставка. Открывается, закрывается легко. Отсек для батареек видим. Так, инструмент очень сделан аккуратно, четко, все подогнано. Прорезиненная окантовка ярким оранжевым цветом, красноватым. Так, переключатель легко, плавно переключается с фиксацией легкой. Так, по внешнему виду с разных ракурсов будем смотреть. Так, качество всех подгонки деталей тут отличное, некуда придраться. Видим фотосенсор для включения. При низком освещенности загорается дисплей, резиновые кнопки, два предохранителя, отвечающие за защиту на высокие токи и на малые токи. То есть в такой ценовой категории защита встречается очень редко. Но здесь производитель предусмотрел такую возможность. Отсек для батареек. Стандарта 3А вмещает 4 батареек. Это тоже может быть плюс кому-то, может кому-то минус. Но в любом случае для меня больше плюсов, чем пользоваться с кронобатарейками. Можно аккумуляторные батарейки купить и забыть. А было бы лучше, если стандарт 2А заложить. Ну, это, возможно, в будущем изменят. Что касается внешнего вида и качества использованного материала, то тут все как бы на высшем уровне. Нет никаких запахов пластика, то есть претензий никаких по прибору нет. Давайте теперь перейдем к фактическим измерениям. Будем смотреть. На левом верхнем углу расположен датчик NCV, который позволяет дистанционно измерять наличие, узнавать наличие электрического напряжения в проводе, в сети. Давайте теперь попробуем измерить напряжение зарядки батареек. Так, 1,58, 1,46, 1,60. Измеряет быстро. Теперь конденсатор, емкость будем измерять 2248, тогда как 2200 на самом конденсаторе. Все верно. И смотрим на быстрый отклик прозвона, как он тут активно и все тут измеряется, все нормально. Спасибо, друзья, за просмотр. Будет еще много новых роликов. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, комментируем. Спасибо, всего доброго, до свидания.